Друзья, всем привет. Всем огромный приветище из Славянска. Так приятно наблюдать, когда созревает виноград. То, что он не этот самый, не вымерз. У многих людей повымерзал. Что у вас, собаки, найдем? А он сами впереди. Криволапый такой, где-то видел. Рыжее чудо. Там он пуня сидит, куняет. Ага, вон уши вижу. Уши рыжие торчат с этого, с-под кабачков. Вот он. Вот он, парень рыжий. Рудик. Кисюня наша. Привет, кот. Люся. Привет, привет. Все, поздоровались. Какой-то кот, слышу, где-то мельчит у соседа. Иди сюда. Сын спал всю ночь в доме. И так ему понравилось, что он так аж хрюкал все время. А сейчас пошел гулять. Подрастают огурчики. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два штуки не вылезло. Ну, 80% схожести, это хорошо. Вот он наш. Сэм сидит, думает уже о чем-то. Так и сегодня. Привет. Привет на улице. Ухи, усы. Знатные. Рыжий не дает покоя девчатам. Но у него там все на месте под хвостом. Не стали пока ничего делать. Поэтому он такой у нас шустрый. Да, кот? Кролик мягенький, мякусенький. Пойдем прогуляемся. Вчера пришлось поработать. Думал, за полчаса управлюсь. Но растянулось на 2,5. Так что я спал, как младенец. Без задних ног. Поэтому сейчас где-то, сейчас начало 9. Только-только недавно проснулся. Уже успел попить чайку. Кошмар, стена. Из этого, из хмеля. Да, ухи растет. Тепло на улице, где-то около 18-17 градусов тепла на данный момент. Возвращается тепло как раз под мои огурчики. Может, огурчики вырастут. Похрумкаем. Может и нет. Во всяком случае, утка понеслась. Мы старались. Видно, как плавают маленькие рыбки. Рыбка плавает по дну. Не поймаешь ни одну. Мы когда сюда переехали с пятиэтажки, лежу и не могу понять, что что-то не то. А потом понял. Понял, что тихо. Тишина. Мы жили в районе ЖД вокзала. Переулок Малогородской 3. Пятиэтажки. На 5 этаже. И практически под окнами была проезжая часть. И вот там все время ездили машины. А тут я еще думал, глянул, может, окна закрыты. Глянул, еще окна были деревянные. Глянул, окно открытое. Думаю, вот это да. В общем, мы переехали в тишину. А потом, когда еще вот это все Николай Андреевич соорудил. Вот эту красоту. Да, было вообще, стало вообще хорошо. Сидит, смотрит на мой карман. Вот карман, а вот собакин. Держи, держи, нету лебедей, поэтому все тебе.
как говорит мужик, сижу дома, никого не трогаю. Тут сосед как начал по батарее стучать. Хорошо, что я, говорит, не спал 3 часа ночи, на баяне играл. Все? Ого, ты шустрый пёсель. Хорошее утро. Прямо аж тихо, слава богу. Вода, смотрите, какая идеально чистая. Но рыбу не вижу вообще. Вон там дальше малёк гуляет. Здесь, видать, из-за большого количества сероводорода, а вон, маленький-маленький, проплыл быстренько и уплывает. Рыба не так расположена к плаванию. Вон там бульбы выходят возле камыша. О, как уже вода ушла. Ну да и ладно. Зимой, я так думаю, наполнится. Люся. Кисюня. Ой, ты какая маленькая, молчаливая кошка. Она все время молчит. Я ни разу не слышал, чтобы она мяукала. Да-да, про тебя говорим. Пошли, иди сюда. Потихонечку. Ой, друзья, как здесь хорошо, поверьте на слово. Свежо, чистый воздух. Так, Сланский сейчас особо некому загрязнять этот воздух, потому как практически все предприятия остановлены, но не по вине определенных событий. Давно это все дело кануло в лету. Сколько предприятий? Мы как стали считать как-то с Оксаной. Ну, не хватило пальцев ни на руках, ни на ногах. Иди, Люся. Карандашная фабрика была в Славянске, представляете? Иди сюда, рыжий. Это мы вентилятор покупали. Спасались от жары, как могли. О, пуня стоит. Ух. Пойдем, пойдем. 3 карандашки. Я не беру судить за правду, что мои слова. Ну, короче, 3 карандашки были на весь Союз. 3 карандашных фабрики. Насколько, правда, не знаю. И Керам, и Молокозавод, и Славтяжмаш. Тяжелое машиностроение. Это отдельная тема для отдельного видео. И все это дело ничего нету. А там, где был Славтяжмаш, ровное поле. Ну ладно. На данный момент это не самое главное. Всем, друзья, мира, добра. Всем хорошего дня. Всем огромнейшее спасибо. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.